Ольга Бузова, будучи пьяной, вышла в эфир. Ведущая позже призналась, что появилась в эфире с ярким блеском в глазах. 34-летняя Ольга Бузова, как обычно, появилась на лобном месте Дома 2 со ведущим Андреем Черкасовым и попыталась бодро сказать вступительные слова. Однако зрители и участники заметили нечто странное. У теледивы заплетался язык, и она даже не смогла правильно произнести фамилию своего коллеги, который, глядя на происходящее, изменился в лице. Поведение ведущей вызвало бурное обсуждение, и она решила оправдаться, рассказав в сторис, что перед эфиром действительно немного расслабилась с подругами. Впрочем, Бузова быстро удалила это видео. «Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. И позволила себе, наверное, в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите». Некоторые пользователи, которые успели посмотреть ролик Ольги с признанием, похвалили ее за честность и поддержали девушку. А что, она не человек, хоть и под шофе, но вела себя достойно, а не как некоторые, писали они. Однако у других ее поступок вызвал негодование. Ведь, по мнению комментаторов, она позорит профессию ведущей.